Вот, друзья, мы официально и в Красном море. Вот мы достигли точки поворота в Красное море, а вот то, как это выглядит в другом масштабе. Все, мы в Красном море. Кстати, то, что я вам говорил про стрёмные лодки, то, что мне очень не нравится, вот вы видите, вот лодка идет на горизонте. Что это за лодка? Ну, скорее всего, она пересекает здесь, но я предпочитаю о таких лодках ничего не знать. Ну и вот еще немножечко вечерних пейзажей, закатное солнце. А вдалеке видно Джибути. Кстати, Джибути заканчивается через 11 километров. И вон на фоне еще спидбот идет. Через 11 миль, извините. И начинается Эритрея. Доброе утро, друзья. У нас прошла первая ночь в Красном море. И несмотря на то, что прогноз рассказывал о том, что будет штиль, дул прекрасный ветер, причем дул фардак. Ну, даже не фардак, а больше к бакштагу, короче, где-то градусов 150-160. И раздуло, конечно же, небольшие волны. Я думаю, вы видите, как сейчас нас болтает. Но, тем не менее, это все равно попутный ветер, а не встречный, какая-то чепуха. А еще мы переживали из-за гроз, но сегодня гроз не было, хотя и кейп очень высокий. Тем не менее, что мы имеем? То есть, вот мы сейчас находимся вот здесь, рядом есть острова, вот вы видите этот большой остров, тут можно его посмотреть. У нас сейчас восход солнца, 6 часов, вот этот остров мы проходим мимо. Вот до Хургады нам осталось 943 мили, а всего суммарно мы прошли 746. Что ночью произошло? Какие-то морячки включали на 16 канале какой-то русский рэп. Я думаю, что лучше расскажет об этом Дина. Это была ее вахта, она там с ними общалась. И у нас выявилась маленькая проблема. Если посмотреть наверх грота, видно, как оторвались ползунки. Причем, видимо, оторвались ползунки, которые были на самом верху, а два просто оторвались уже по ходу. Ну, нужно будет сейчас это снимать и ремонтировать. Но ползунки я уже нашел, у меня они есть запасные, я их еще купил в Таиланде, вот такие вот. Вот мы на них прикрепим парус, только нужно сейчас не обломаться это сделать. Ну, дальше вроде порваться не должно, там каретка мощная стоит, но тем не менее попробуем его починить быстро. В Красном море ужасный трафик. Вот раз, два, три корабли, это мы здесь меняли галс. Вот их видно спереди, там за тузиком. Вон красный корабль. А вот сбоку, как проходит с нами контейнеровоз. А у меня галс такой, я могу только правее, налево не могу. Мы идем и так на фардаке практически. Вот 172, 174. Это наш курс такой. И столько кораблей рядом. Нам нужно уйти вот сюда правее, и потом мы уже оттуда будем набирать наш курс, потому что немножко ветер. Да, думаешь? Да. Ну, может, он и поворачивает. Диночка, расскажи, что на вахте ночью было, когда ты тут по радио на людей ругалась? Какие гопари были. Наши и индусы самые, блин, прекрасные представители судоходных и судоходной индустрии. Они включают какие-то матерные, херовые, абсолютно отвратительные песни в эфире на 16-й волне, которая для общественного использования и для всяких, возможно, важных ситуаций. А так как здесь... Но эти дебилы глумятся, включают какую-то херню на перебой с индусами. Ну, в общем, я на них наругалась, они перестали. Причем Дина наругалась по-русски, сказала «отключите или перейди на другую волну со своим эфиром». И сразу прекратили. Стало понятно. Поэтому это было понятно, там русские матерные песни всякие были. Смотри, как близко проходит. Ого.
Очень близко. Симпатяга такой груженый. Смотри, у него все контейнера именные. Диночка, мимо нас проходит МСЦ Вивиана. Симпатяга вообще. Это самый какой-то большой. Самый большой, это какой-то новый. МСЦ Вивиана, мы по АИСу посмотрели, длиной 400 метров. 400 метров, это как авианосец. И шириной 58. Осадка у него 17 метров. И идет он со скоростью 21 узел. Что ты говоришь? Плавучий остров. Он же реально здоровенный. И еще и новый, покрашенный. Прикольно то, что его действительно слышно. Ну, он от нас там совсем рядышком проходит. Километр, не, совсем мало. Тут меньше, метров 300. У него сзади 23 ряда контейнеров. 58 метров ширина. Класс. Огромный. Это, наверное, самый большой. Итак, у нас задача. Вот мы сейчас расходимся с кораблем. Спереди, перед нами, вот идет корабль. Вот он. Называется он, я уже здесь его открыл, называется он GSL Tianjin. Итак, китайский. Итак, что мы делаем? Берем радио, 16 канал. Не суетимся. Ну. GSL Tianjin, GSL Tianjin, sailing boat Mushu calling, do you read me? Over. Yeah, Mushu, GSL Tianjin. Good day, we're just ahead of you, and I want to ask you how we will pass each other. Over. Repeat, please. Mushu, I've got you on my radar, no problem. We'll pass port to port. Okay, port, I will turn the starboard a little bit just to make it more properly, over. That's good, thank you, bon voyage. Okay, have a good trip. Вот так вот, он сказал, что мы расходимся, но я ему сказал, что я немножечко отверну, в общем, все довольны, все счастливы. Итак, что мы делаем, включаем автопилот и даем 5 градусов вправо. Вот мы сейчас отворачиваем и расходимся порт-порт. Это левыми бортами. Да, я ему сказал, что мы поворачиваем старборд, то есть направо. Вот так, когда много трафика, вот так приходится постоянно разговаривать, если это ночью. Главное не проспать момент. Потому что эти корабли ходят со скоростью 20 узлов. 20 узлов. 5 миль они проходят за 15 минут, а дальше ты его просто не видишь. Поэтому раз в 15-20 минут нужно просыпаться или ставить алярм, чтобы не просыпаться. А вот, кстати, этот GSL Tianjin, вон он вдалеке, видно, ну, наверное, видно, он такой на фоне серое пятно. Но он уже отвернул, и я отвернул, поэтому мы расходимся, конечно, с запасом метров, наверное, в 500, в полмили, даже, наверное, больше, чем 500 метров, где-то под километр, но тем не менее мы сделали уже это безопасно. Доброе утро, у нас следующий день пути. За ночь у нас ничего не произошло, потому что мы всю ночь шли на моторе, если не считать того, что я немножечко проспал в своей смене, но это мелочи. Сейчас я хочу вам показать немножечко статистики. Итак, мы прошли уже 887 миль, осталось нам до Хургады 806. И вот что, смотрите, на экране нам все время показывают АИС, и если включен радар, он подсвечен красной точечкой. У нас прямо по курсу есть красная точечка, и это военный корабль. То есть я его уже вижу на горизонте, но я сейчас покажу. Вот смотрите, у нас есть точка, мы вот ее нажимаем, говорим «Mark». Идем радар options.
acquire targets. И, ну, можно там еще пару штук поставить, чтобы точно на нее попасть. Финиш, аквариум и ждем. Итак, вот она его захватила. Это радар наш. Нажимаем, что мы, он нам показывает. Статус safe, это понятно. Дистанция 3-4 мили. Speed of ground 9-9.5. Ну, ему, кстати, для того, чтобы правильно показать speed of ground, нужно немножечко времени. Ну и вот вся остальная статистика, можно на нее посмотреть. Это так умеет радар следить за кораблями, которые не подсвечены АИСом. А теперь я сейчас покажу вам этот сам корабль. Пользуясь случаем, показываю вам наш рассвет. Абсолютно ровное море, идем мы, естественно, под мотором, потому что при таком ветре ничего не получается. И вот он, белая точка, это боевой корабль Warship, как его здесь все называют. What did you say? Ты же жди, ты с таким лицом будешь на видео, я тебе потом оставлю. Давай, улыбайся. Я только проснулась. Снимать человека, как там только проснулся. Можно. Ну, кто-то не очень большой. Если был бы большой, я бы тут туда уже улетал. Я не зря вон спиннинг привязываю веревочку. Опыты были. Один раз меня один раз утащило за борт, я почти упал, меня друзья поймали. Боже, какой ужас. Еще один день, и что мы имеем на данный момент? То есть мы прошли 1025 миль, до Хургады осталось 668, до конца Эритреи осталось 14 миль, и начинается Судан, еще где-то там 300 миль Судана, и мы переходим в Египет и будем идти вдоль Египта. Топлива у нас осталось где-то 1,5 бака сейчас. И есть шанс, что нам его не хватит, но мы попробуем как-то там экономно растянуть его на весь промежуток. Идем мы преимущественно под мотором, но иногда в сутки где-то 20-30 миль у нас получается пройти на парусах. И из-за этого я надеюсь, что у нас получится таки дотянуть по топливу до Хургады, потому что я очень не хочу останавливаться и заливаться это где-то посредине, потому что это просто потеря времени. Погода, сейчас покажу, как выглядит. Какая-то непонятная дымка.
Итак, вот, общего трипа с Сокотры уже мы прошли 1026 миль, осталось нам до Хургады 668 миль, и скорость, вы видите, 4-4,5, это тот тукляк, с которым мы сейчас идем под мотором. Ну, из-за того, что с утра встречное течение, а вечером течение меняется на противоположное, и у нас получается немножечко погазовать. А еще где-то 20-30 миль в сутки у нас получается пройти на парусах. Но это так. Выключили мотор, включили паруса, прошло там полтора часа, включили мотор, прошли на моторе. Опять вот такая вот чухня, в основном ночью. Что днем ветра нету, днем ветер слабый, и мы в основном идем под парусами ночью, а на моторе днем. Ну, я надеюсь, нам топлива хватит, потому что у нас осталось полтора бака. Ну, на самом деле это очень впритык, но мы попробуем его расти. А еще так как мы находимся в Африке, я вам сейчас покажу то, что свойственно именно этому континенту. Смотрите. То есть... Вот Дина хочет что-то сейчас рассказать. Пыль – это очень важно. В Африке она везде. Африканцы живут в пыли. Я не знаю, Сережа просто... То есть она не знает, она тут просто комментирует. Короче, вот эта пыль, это то, что летит с пустыни, и оно оседает. То есть мы этого раньше не замечали, но сейчас это вот, посмотрите, по всей лодке. Это именно рыжая пыль, которая песчаная, которая наносится и остается. Этого раньше не было. Вчера я снимал еще камеру. И на камере это не было. Видно, мы зашли в какую-то территорию, где стали это замечать. И, возможно, вот эта дымка, которая по сторонам, это именно пыль, которая летит с африканского континента. Потому что ветер дует именно оттуда. Добавишь что-то? Добавлю. Давай. Мне кажется, что это Саудовская Аравия пыль летит, потому что ветер у нас реально с другой стороны. Сережа вас обманывает. Что там у нас, Сережа? Короче, вот эта вот пыль, которая летит, эта пыль летит в Саудовской Аравии, судя по всему, и смотрите, сколько ее много. Но это еще не все. Вот мы сейчас смотрим на мотор. Он весь в пыли. Привет, а у нас новый день. И всю ночь мы шли хорошо. Единственное, ветер поменялся с одной стороны на другую и обратно. И вот то, что он поменялся, нам принесло кучу пыли. Сейчас я еще раз покажу, сколько ее осело на нашей лодке. Мы движемся сейчас со скоростью до 3 узлов, потому что какое-то сумасшедшее встречное течение. Ну, мы сейчас что-то будем делать, наверное, включать мотор, как-то помогать, потому что идем под парусами. Нам осталось 568 миль до Хургады, и прошли мы уже 1136 миль. Ночью разошлись с каким-то кораблем, под таким креном адским шли, потому что очень сильно встречный ветер был. Но это все мелочи, и то, что я обещал. Вот вся лодка сейчас у нас вот такая вот грязная. Вот здесь хорошо видно. Вот эти вот песчаные наметы, которые оседают на соленой пыли, и получается такая жижа, идешь, под ногами хрустит, но смывать мы это все равно в любом случае будем уже в Хургаде.
Итак, у нас начался странный звук в лодке и какой-то непонятный шум. Разобрал мотор, смотрю, из дренажной трубки течет. Посмотрел, что за дренажная трубка. Оказалось, наш импеллер превратился вот в такую вот поломанную штуку. Короче, я его быстро заменил. У нас такой ремонт на лету получился за 5 минут. Надеюсь, это решит вопрос. Но вот эти вот отломанные штучки я не доставал, потому что они собираются в хит-эксченджер, их можно будет достать потом, но это нужно разбирать достаточно больше. Поэтому я думаю, если оно работает, значит все нормально. Я проверил, вода течет, ну значит все, наверное, нормально. Так, что у нас происходит? Вот есть корабль, с которым мы должны расходиться. Что это за корабль, проверяем. Называется он «Фрауке». Вот он. То есть, что это? Это карга 160 метров длиной, скорость 19,2. Так как у нас вахта Дины, ей этим и заниматься. Не хотят общаться? Нет. Давай еще раз. Скажи мотор весел фрауке. Мотор весел фрауке, мотор весел фрауке, мотор весел фрауке, сейлинг боут мушу calling you, do you read me over? Со мной не хотят общаться. А он вообще, наверное, молчали. Turn it to the port side to pass you on the starboard. Is it okay with you? Over. Port-to-port спроси. Yes, we turn to port side and we pass you and on starboard. Is it okay? Okay, we are coming to your starboard. Over. Okay, thank you, sir. Have a good day. Over. Ну все, осталось только повернуть. Будь здорова. Диночка, вот корабль, которым ты расходилась. Да. Это непонятный корабль. У нас опять что-то поймалось. Кстати, хочу вам рассказать. Сегодня у нас какой-то очередной... Очередной день яхтинга. Мы находимся в Красном море и сейчас проходим мимо Судана. Отойди, пожалуйста, я тебе скажу. Итак, 443 мили нам осталось до Хургады. Мы прошли 1262 мили. И, кстати, вон какой-то карась у нас. Опять барракуда, да? Да. Ну ладно. Но она такая активненькая барракуда. Барракуду мы отпускаем. Да, барракуда несъедобный. А? А тут лежат плоскогубцы. Давай скорее. Ну, давайте уже раз начался день с того, что я показал вам то, как у нас клюет карась. Я еще покажу немножечко того, как у нас сейчас за бортом. И на борту. Видите, какая у нас грязилка. Но это нанесло. Видите? Ое! Это нанесло, наверное, Саудовской Аравии. Ну, не важно. Мы идем под парусами, которые у нас тоже не очень чистые. Но зато вода очень голубая. И красивая. И ровная, главное. Если мы уже все равно идем под мотором, так хотя бы волны нас не тормозят. Но ветра нету, мы паруса открыли, потому что небольшой вымпельный ветер все-таки нам полузла где-то добавляет. Но если их убрать, ничего страшного не произойдет. За окном у нас пейзаж всегда одинаковый. Может быть, приплывут дельфины в очередной раз. Вот здесь видно, как
прозрачная, просвечивается вода. Это в глубине. Здесь, кстати, глубина около 2 километров мы находимся. Хотя это Красное море, вроде считается внутренние воды, и такой воды глубокой не должно быть. Но в Красном море до 2 километров глубиной, даже 2200. Хотя оно в ширину всего там 150 миль. Ну что, я думаю, достаточно, да? Уже все насмотрелись на красоту этого моря, уже хочется немножко больше цивилизации. Пора в Египет, пора в Хургаду. Сейчас несколько слов о том, почему это море называется красное. Потому что в определенный период времени в нем цветут водоросли, которые придают ему красный цвет. Но пока мы видим только желтые водоросли. Поэтому вот если посмотреть вниз, вы увидите вот эти вот сопли, которые такие по всей поверхности плавают. Это цветут водоросли, может это планктон, нет, это водоросли. И они иногда проходят такими большими, как течениями, и собираются в такие большие, как типа мини-островки. Вот если будем проезжать, я покажу. Но пока течение, вот вы можете посмотреть, вот видно. Вот они идут такими полосами. Я думаю, что их как раз течение избивает, поэтому вот они такие красивые жижи, похожи на слитые танки с большого корабля. А еще здесь не водится ничего, кроме этих дурацких рыб, которых я не ем. То есть мы пытаемся выловить тунца уже очень давно, я меняю разные наживки, но кроме барракуд ничего не ловится. А барракуды я не люблю, они, ну, я не могу сказать, что это самая вкусная рыба, которую я ел. Короче, если мы что-то поймаем, я буду доволен, а пока у нас есть время, я пытаюсь выловить эту рыбу и любую рыбу, в общем, но барракуды отпускаю. А еще я хотел бы рассказать несколько слов о погоде в Красном море. Посмотрите, какая спереди перед лодкой и по бокам идет пелена. То есть практически каждый день солнце садится в такой апокалиптический пейзаж. То есть у нас до захода солнца осталось еще 1,5 часа. То есть солнце садится вот здесь. И вы видите, какая вот эта черная пелена, это я даже не знаю, это дымка. И вот если назад смотреть, весь горизонт серый. То есть мы плывем как будто в молоке. Вот посмотрите. Если бы я такое увидел в Средиземке где-то или там в океане, я бы понял, подумал, что это нас ждет какая-то большая попа спереди, потому что выглядит оно действительно страшно. Но так каждый день, и я вот жду, что а вдруг что-то придет, но оно на самом деле ничего не приходит, это просто вот так выглядит. Но меня каждый день это достаточно сильно пугает. Я вообще не сторонник апокалиптических пейзажей на заходе солнца, особенно когда я нахожусь на яхте, особенно когда я нахожусь в середине моря. Ну и когда сбоку есть какие-то острова, море еще полбеды. Вот. Ну, в общем, еще раз. А вот то, что я говорил, мне совсем не нравится. Я не знаю, что это будет видно или нет, но сейчас попробуем. Вот смотрите, вот корабль, который идет с нами на сближение. Причем на сближение он идет совершенно быстро и уверенно. И у нас пересекающиеся курсы. Но самое интересное в этой ситуации то, что у него нету АИСа. То есть вот я его сейчас трекаю радаром. Вот он идет вот здесь вместе с нами. И скорость у него соответствует нашей скорости. То есть у нас пересекающиеся курсы. И вот что мы сейчас сделаем. Мы сюда смотрим, нажимаем. Так, speed of ground 17. Отлично. Какие 17, если только что было 6. Может, он просто газанул и пошел вперед. Вот, 14,8. 10, а? Я думаю, что он сейчас просто газанул и ушел вперед. Потому что он так пошел, его стало видно, что он уходит. А дельфина увидела, да? В общем, сейчас все мистически и все страшно, особенно на фоне этого корабля. Но я надеюсь, что он все-таки сейчас свалит и уйдет вперед. Не, ну пиратский корабль сейчас здесь вряд ли будет, потому что это все-таки мы уже находимся в безопасной зоне. Короче,
вот такие вот встречи вот с такими кораблями, это полный отстой. Не нравится. Не нравится. Особенно, когда это среди ночи, на закате, стрёмненько. Причем... Да, он сначала шел в другом направлении, потом поменял направление и идет рядом с нами, и на радио не отвечает. Но мы его и позвать-то, собственно, никак не можем. Как мы его называем? Мотор-весел рядом с яхтой. То есть у него на АИСе, он никак не идентифицируется. Короче, вот он. Ну, вроде сваливает вперед. Ну, с лампочками хотя бы один плюс. Да, он еще свет выключил. А, ну еще он когда, да, к нам подошел, когда рядом, он выключил все свои огни на палубе. У нас сегодня новый день, и нас сегодня подраздуло. Мы сейчас идем со скоростью 7,8. Вот можно посмотреть. И идем с хорошим углом. Я думаю, это вы тоже видите. Нам до Хургады осталось 315 миль, и до начала Египта осталось 55. Прошли мы суммарно 1389 морских миль, и сегодня какое-то время у нас ожидается вот такая погода, и мы идем уже сейчас, естественно, под парусами. Пора бы рифоваться, но я это делать не буду, потому что мы идем хоть и с передозом, но нормально. А вот как сейчас выглядит море. Супер спокойное, волн нету, и очень клево, когда получается наваливать на парусах. И вот так наваливать, потому что скорость 3,8, которая у нас была периодически на нашем путешествии, это, конечно, полный отстой. А вот 7,8 и под 8, вот это именно та скорость, с которой нужно ходить по морям и океанам. Ну, не всегда, конечно, так получается. Ну как получается? На рыбы. Нет, кроме барракуд есть еще какая-то. Вот мы сейчас тащим какого-то непонятного карася. Я видел, когда он выпрыгивал из воды, что он был какого-то золотистого цвета. Но это явно не дорада. Потому что не все желтое это дорада. Короче, смотрите. Какая-то непонятная рыба, но не в рыбе дело. Рыба без хвоста. Пока мы ее тащили, ее кто-то ел. То есть здесь какие-то опасные рыбы, причем мы реально именно оторвали куски рыбы вообще. Бедненькая, убей ее скорее. В смысле убить ее скорее? Ты моя гуманная, мы ее сейчас съедим скорее. Готовь духовку. То, что получилось с этой рыбы. Фу! Филешечка, здесь, конечно, на всех не хватит. Только на меня одного хватит. Да, Диночка, ты есть эту же рыбу не будешь, правда? Ладно, мы ждем еще. То есть мы в таком количестве ее готовить не будем. Но... А? Это я не думаю, что для сашими. Это же не тунец. Но, кстати, мясо, когда его резал, на тунца похоже. Более нежное. Это рыба была с икрой. И еще куча маленьких рыбок внутри, которые она, видно, жрала. Вот, да. Хищная. После нашего вчерашнего ветерка, который нам целый день нашу лодку толкал нормально, сегодня мы имеем хорошую погоду, солнечную, но выглядит это все как желе. Мы идем, естественно, под мотором. Вчера у нас получилось пройти, наверное, миль 60 под парусами. И только что от нас убежали дельфины. Да, только что убежали дельфины. Но самое интересное было у нас вчера, естественно, под вечер. Когда мы шли, у нас просто выключился мотор. И я начал проверять, что случилось. Под мотором вода через дренажную трубку натекла. Я подумал, что это опять импеллер поломался. Разобрал, посмотрел. Нет, все целое. А оказалось, тупо закончилось топливо. Потому что на индикаторе показывало четверть, но мы шли под сильным креном. Возможно, был какой-то глюк. Вот. И мы пока к этому... пришли, какое-то время прошло. Ну, залили топливо, включили мотор. Уже поздно вечером, часов в 9. Все получилось, все запустилось. Вот не доверяйте датчикам давления, датчикам топлива. Вода у нас уже давно, мы ей не доверяем. А вот топливу еще доверяли, но, видимо, вот нашел тот день, когда все. А вот немножечко воды, которая такая ярко-голубого цвета.
очень красивая. Сегодня море вообще шикарное. Доброе утро. Сегодня у нас очередной день. Это 13-й день нашего пути. У нас осталось до Хургады 54 мили. То есть я надеюсь, что сегодня все-таки мы дойдем. Но на этом остросюжетность не заканчивается. Потому что тогда, когда я вам рассказывал о том, что у нас заканчивается дизель, он у нас действительно тогда закончился. И мы залили все остатки, которые у нас были. И их нам должно хватить на двое суток. Но вторые сутки заканчиваются сегодня в 6 вечера. То есть, хоть мы идем в экономичном режиме, но 20 миль нам не хватает. То есть, мы дойдем на прах или где-то остановимся. Но я надеюсь, что все-таки нам топлива хватит. Итого резюмируем, что сейчас 13-й день, и мы прошли уже 1650 миль, начиная с Сокотры. Вот. То, как это все выглядит на карте. Вот тут находится Хургада, а если взять общую карту Красного моря, то мы находимся вот, собственно, на самой-самой верхушке. Поэтому я думаю, что мы вам еще покажем сам подход, но заходить и уже все оформления проводить мы будем, скорее всего, ночью. Но если сегодня у нас это сделать не получится, тогда мы вам все покажем, а так мы хотя бы вам расскажем. Итак, начинаем процедуру подлета к Хургаде. Для этого вначале мы убираем паруса. Что у нас там? Грот болтается. Ну, грот то такое дело. Убираем стаксель. Это наш передний парус. Вот так это делается на электрических лебедках. А теперь мы будем убирать грот. Мы стоим сейчас по ветру, не против ветра. Но так как ветер очень слабый, то мы можем это компенсировать нашей скоростью. Поэтому убирать мы будем именно по ветру. Для этого открываем молоток. Скидываем, пока он скидывается. А все, что не скидывается, мы выбираем рифами. У нас два рифа, которые активные. Первый мы собираем и второй собираем. А все, что осталось, происходит очень просто. Диночка, посмотри, чтобы этот уходил. Теперь собираем все веревки, выбираем все рифы, которые у нас тут остались болтаться, и собираем это все в бухты и приводим в порядок наш кокпит. Время у нас еще есть. Итак, далее по правилам прохождения границы. У нас есть такой желтый флажок, который означает карантин. Мы его должны повесить под правую краспицу. И это не требует таможенного оформления иммиграционного, а именно карантинного офицера. Я уже об этом говорил, но многие об этом не знают. Ладно, идем и вешаем это вот. Вот туда. А там веревочка есть. Сейчас я сделаю. Вот флажок висит. Вообще-то, по-хорошему, рядом с этим флажком нужно еще вешать страну, в которую мы идем. Но так как флага Египта у меня нету, значит, без него мы обойдемся. А теперь радио и пытаемся связаться со службой. Итак, начинаем созвон. Я знаю, что Марина Хургада находится на 12 канале. Вот я выбрал 12 канал и поехали. Хургада Марина, Хургада Марина, Хургада Марина, sailing boat Mushu calling, do you read me? Over. И есть вариант еще, что мы находимся в 10 милях и сейчас почти 4 часа. Я хотел бы до 4, там максимум до 5 с ними связаться.
а 10 миль может туда работать с моей станции, а если они пользуются ручными станциями, то обратно может не работать, не доставать. Ну, мы пробуем. Хургада Марина, Хургада Марина, Хургада Марина, sailing boat Mushu calling, do read me, over. Ну, попробую связаться еще дальше. А теперь бот-контроль, наверное. А бот-контроль у нас находится на 16 канале. Бот-контроль, 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 sailing boat Mushu calling, do read me, over. Короче, я совершенно не удивлен, что во всяких арабских странах ничего не работает и никто ни на что не отвечает, но мы попробуем. Может быть, еще свяжемся с Coast Guard'ом. Hurghada Coast Guard, Hurghada Coast Guard, sailing boat Mushu calling, do read me, over. И в ответ тишина. А вот мы уже достаточно близко к Египту. И уже, вот я сейчас против солнца, конечно, снимаю, но я думаю, что вы... Заметите, вот береговая линия, вон даже видно какой-то корабль на фоне берега. И пошли горы, 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 горы. Тут, я думаю, будет видно немножко лучше. И вот вообще вот эти вот очертания гор. Короче, мы уже совсем рядом, совсем рядом. Мы, кстати, связывались с Coast Guard'ом, порт бот-контролем, с Navy, всем на нас пофиг. Поэтому мы будем идти в марину и уже оформляться по месту. А, кстати, вы можете посмотреть, насколько хорошо видно береговую линию. То есть уже четко различаются дома, и вон на пригорке пальмы. Солнце, конечно, в эту сторону решает, но мы уже на грани. Идемте на грани. В общем, скоро будем. Смотрите. Что я хотел вам показать, как выглядит вот этот вот заход. Вот это вот все, это вот такая муть, то есть это мели, осушаемо, здесь риф, все дела, нужно зайти вот так, вот так, вот так обойти и зайти, вот здесь находится марина. Но я уверен, что на воде это не будет выглядеть никак, то есть будет просто плоская вода, вот такая, и мы будем по ней вот так вот кружить. Вот мы сейчас подходим, вот это один островок, вот это второй островок. Пойдемте, я вам покажу, как это выглядит вживую. Вот на фоне такая маленькая плоская поверхность, это один остров. И вот поверхность вторая, которую очень плохо различима, потому что они находятся практически на уровне воды, по-моему, 5 метров высотой в самой максимальной точке. Вот вы видите этот остров, который такой маленький и плоский. Вот он, мы уже повернули, мы сейчас проходим мимо него. А вот этот второй остров, вдоль которого мы сейчас будем идти. Вот, я проверил, только что включил радар, датум совпадает. То есть этот остров находится ровно на своем месте, и маленький остров находится также на своем месте. То есть есть шанс, что карта у нас более-менее правильная. Теперь нам нужно будет пройти вперед и повернуть налево. Едем дальше, шаг за шагом, шаг за шагом. Вот, друзья, одно из несовпадений. Вот на 11 часов стоит черный буй, который показывает, что там заканчивается риф. Теперь мы идем и смотрим на карту. На карте вот этот буй, то есть он на месте соответствует. Но есть маленькая проблема. Если мы посмотрим на радар, видите, буй находится прямо по курсу, то есть он идет со смещением вправо, то есть нам лучше отойти вправо и взять запасом. То есть это первое несовпадение. Вот видите, вот эта красная точка, которая загорается прямо рядом с нами, это как раз вот этот буй, который сюда перенесли, видимо, я не знаю. И вот я сейчас изменил курс, мы идем правее, мы его обойдем под большим углом, и здесь у нас тоже есть мель, но я вижу, что здесь, наверное, стоит какой-то тоже буй,
Но я хочу пройти немножечко вверх. Но здесь есть ограничение в 3 метра, я сюда заходить не хочу. То есть мы пойдем максимально безопасно. Вот этот черный буй, он показывает риф. То есть мы его сейчас вот так будем обходить. Поворачиваем. Ну и вот немножко того, как выглядит здесь местность. То есть стоит много лодок. Где-то здесь есть марина. Вот мы сейчас в поиске марина Хургада Марина. Возможно, это вот там. Но мы сейчас здесь пройдем, потому что здесь со всех сторон рифы. И мы налево не можем уйти, направо не можем уйти. Тут где-то есть проходы, но я так понимаю, что это местные, они знают, мы не знаем. Но мы в поиске. Вот эти все лодки стоят на мурингах. То есть у них здесь, скорее всего, у каждого свой муринг. А вот, мне кажется, вот там вот по прямой, это именно марина, которая вот имеет вот такие пирсы, и на них стоят лодки. Но сейчас попробуем найти и туда зайти. Нигде ничего не понятно. Ну, не в первый раз нам ничего не понятно. Ладно, будем искать. На карте у нас этого нет. У нас есть координаты марины, но они... Вот такие вот. Вот это марина, и здесь какая-то везде мель. Ну, я не знаю. Ну, мы, если что, сюда придем, здесь бросим якорь и будем. Короче, если вы думаете, что мы зашли уже в марину, нет. Мы зашли не туда. И сейчас нам нужно будет обойти сюда, и она находится где-то здесь. Это нам подсказали местные, где и что. Вот, короче, сейчас среди ночи будем туда, бляха-муха, заходить. Гомно. Ну вот, друзья мои, в Хургаде. Ночью мы таки дошли в новую марину, но нам сказали, что без оформлений в марину становиться нельзя. И помогли нам встать на буй. Это даже не буй, а рек. Все его покажу. Вон большие веревки идут на дно. Здесь какой-то дайверский рек, и нас на него поставили, сказали, что оформляйтесь. А так как мы находимся в порту, вот там находится порт-контроль, то сейчас мы ждем какого-то вменяемого времени и начнем проходить процедуру оформления. Но об этом я уже буду рассказывать в следующей серии, когда мы будем говорить о Хургаде. А пока подведем итоги. Мы прошли с Сокотры 1700 миль. Прошли их достаточно неплохо, потому что погода была нормальная, вы видели. Потратили 600 литров солярки. Ручка газа по-прежнему нам имеет мозг. Периодически отключалась, когда мы здесь были. Ну, рестартом оно решается. На самом деле, надо будет электрика вызвать, да, что-то с этим делать. Ну, в общем, наверное, и все. Оставайтесь с нами на канале, подписывайтесь. И в следующей серии мы вам будем уже рассказывать о Хургаде, но не о типичной туристической, а той, которая открывается, когда заходишь с моря, то есть инсайдерская. До встречи, друзья, пока!